Обход. Да. Пошла обход. 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 Пошла обход. Зачем нужно это упражнение? Вот перед нами собака. Она бегает за кормом, и благодаря этому ее можно укладывать, сажать, опять укладывать, ставить. И понятно, что для того, чтобы она так работала, совершенно не обязательно, чтобы она знала команды. Она подчиняется простейшему принципу. Хочешь получить колбасу, бегай за рукой с кормом. Обход конуса – очень простое действие. Поэтому на этом упражнении легко перейти на более сложные отношения между человеком и собакой. Вот собака хочет получить сосиску, но путь к этой сосиске лежит не напрямую, не так вот по-дикому прыгнуть и отнять, а через выполнение работы. И выполнение работы даже противоречит ее дикому стремлению к колбасе. Ну, обход. То есть это самый простейший такой дрессировочный цикл. Есть цель, и для того, чтобы достигнуть этой цели, нужно совершить некое абстрактное действие, которое даже напрямую не связано с достижением этой цели. Если вам понравилось, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Спасибо.